На ремонте вот такая машинка Samsung, микроволновка. Значит, модель G271ER. Ну, диагноз не включается. Питание включено вот от него, но не включается. Для того, чтобы определиться, давайте вскрывать заднюю крышку. Сзади откручиваем винты и снимаем крышку. Итак, я открутил. Крышка просто на себя потянули. И вынимаем. Ну и теперь разбираемся, ищем питание, смотрим, приходит ли сюда питание, проходит ли оно там по предохранителям. Сейчас будем разбираться. С проверкой питания все просто. Выставляем тестер на переменное напряжение и проверяем вход здесь, выход здесь. В общем-то, тут больше ничего нет. 220 приходит. Не знаю, вам видно. Вот так вот будет видно. Выходит. То есть здесь с ним все в порядке. Дальше он, смотрите, проходит. Оставляю в синий. Коричневый проходит вот через этот термопредохранитель. Потом идет дальше на плату. Ну и сейчас будем смотреть, что дальше происходит уже теперь на плате. Дело не в предохранителе. Тут есть еще один. Ну, его просто прозвоним на вот здесь еще один термопредохранитель. На прозвонку. Он с ним все в порядке. Ну, значит, дело в плате, не обязательно в плате управления, здесь два варианта: или плата управления, или переключатели, имеется в виду контакторы, переключатели дверок. Сейчас я покажу, о чем идет речь. Значит, дело или вот в этих переключателях, вот этот и вот этот и этот. Ну, либо в самой плате. Сейчас будем разбираться. Буду прозванивать. Но больше похоже на плату. Сейчас посмотрим. Значит, я проверил все цепи. Вот питание доходит сюда. Проходит, допустим, коричневый. Там заходит в один переключатель. В закрытом состоянии уходит в другое место. Переходит через переключатель. Все нормально. Вот здесь на плате. Вот здесь. Вот здесь. Есть предохранитель. И он сгорел. В принципе, иногда бывает, что можно поменять предохранитель, и все нормально. Но раз он сгорел, то, возможно, есть проблема с переключателями. Часто бывает, что предохранитель перегорает из-за того, что один переключатель... Один выключатель замкнулся, а второй нет. И из-за этого сгорает предохранитель. Ну, сейчас мы это проверим. Думаю, что если поменять тот предохранитель, все начнет сразу работать. Не знаю, будет ли видно. Предохранитель на 1,6. Правда, здесь написано как-то H. Но 1,6 ампер. Ищем предохранитель. И ставим. Ну что же, я поставил предохранитель, нашел на 2 ампера.
где я взял предохранители. Ну, я просто не прохожу мимо какой-нибудь сломанной техники. Смотрю, валяется где-то телевизор. Я разбираю, плату забрал и в магазин, на чердак. И снимаю какие-то детали. Обязательно, если вижу какую-то технику, чего-то с нее обязательно снимаю. Например, предохранитель или еще какие-то детали. Поставил предохранитель на 2 ампера, точно такой же нашел. Все работает. Микроволновка исправна и ждет своего хозяина. Я не оставлю все так. Я поставлю на пару дней дома. Нужно будет протестировать, все ли будет с ней нормально в течение этих 2 дней. Будем ей пользоваться, а не своей, допустим, микроволновкой. И посмотрим, будет ли хорошо работать, не выйдет ли снова. У меня была такая ситуация, я около там 3 или 4 раза возил одну и ту же микроволновку. Забирал, отвозил, забирал, отвозил. Все-таки не просто так он выходил из строя, уже более мощные ставила предохранители. Была проблема с выключателем. Вот этот язычок, вот эти вот язычки, не довключал выключатель. Значит, пластик, на котором сам микропереключатель держится, провис. И уже вот эта ножка, когда нажимала на него, не доставала, не довключала. Поэтому под пластик немного провис. Я под пластик подложил небольшую миллиметровую кусочек прокладки пластиковой. Все стало работать и перестало выключаться. Так что вопрос, он может быть случайным. Низкое напряжение там или еще что-то, а может зависеть от других каких-то факторов. Поэтому подписывайтесь на канал, повторяйте, это несложно, хотя и сложная техника, но она несложно ремонтируется чаще всего. Увидимся на канале.